стало известно, где находится казахский криминальный авторитет Арман Джумагильдиев, известный под прозвищем Арман Дикий, об исчезновении которого раньше заявили его адвокаты. В среду утром защитники сообщили, что он пропал из СИЗО. Выяснилось, что Армана перевели из изолятора департамента полиции, в который он изначально был помещен, в изолятор Комитета национальной безопасности. Об этом сообщил его адвокат Талгат Есимов. Причину перевода он не назвал. Арман Дикий был задержан в Казахстане 7 января. Он подозревается в организации массовых беспорядков. Джумагильдиев является одним из самых влиятельных криминальных авторитетов в республике. Около 10 лет назад он подмял под себя почти все криминальные формирования на севере и в центре Казахстана. На этом у нас все. Подпишись на наши новости, самые интересные видео, а также сотни комментариев казахстанцев в твоей ленте.